Всем привет, дорогие друзья! Надеюсь, у вас все отлично. Сегодня я в Лондоне, приехала по делам на пару дней. Детей мужа оставила дома у нас в городе. Доделала документы, нужно было сделать дочке паспорт, потому что у нее настоящий паспорт сейчас заканчивается, а там еще есть действующая британская виза, поэтому нужно было сюда приехать, сделать ей новый паспорт. Ветер поломал зонтик, пришлось покупать новый. А когда я купила новый зонтик, дождь закончился и погода прояснилась. Как всегда так бывает. Чтобы скоротать время, эти 7 часов я пошла в исторический национальный музей, там погуляла и засняла некоторое видео. Так у нас все нормально. Конечно, наверное, вы слышали про террористическую атаку в Лондоне и в Манчестере. Поэтому очень страшно где-то передвигаться и ездить там, где народа много. Нужно быть очень осторожными и начеку. Очень я сюда переживала, когда ехала, потому что все действие происходит почти в центре. Недавно был теракт, кажется, позавчера. Наверное, слышали по новостям, да? Много смертей было и в Манчестере, там на концерте бомбу взорвали. 20 человек погибло. Что-то делается здесь у нас в Англии, поэтому нужно быть всегда на чеку и очень осторожно. Ну, слава богу, здесь все хорошо, все у меня прошло нормально, и через, наверное, 3 часа я буду уже ехать на поезде домой. Вот такие вот дела, такой вот обзор моих последних дней. Всем я желаю вам отличного дня, всего хорошего и увидимся в следующий раз. Пока-пока!